Одинцовские единороссы поприветствовали участников детской футбольной команды поселка Заречье. Вместе с руководителем фонда братьев Павличенко Олегом Павличенко партийцы подарили ребятам комплекты спортивной формы. Как рассказал член политсовета Одинцовского отделения «Единой России», начальник тероуправления Заречье Юрий Черниченко, в муниципалитете реализуется партийный проект «Одинцовская спортивная семья», который направлен на возрождение семейных ценностей.